Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Salt and Sanctuary. И в прошлый раз я дошел до какого-то нового босса. И также... Что еще? Больше ничего вроде бы. Ты можешь что-нибудь еще интересное сделать? Я не помню, проверял я или нет. Ну, из пистолета куча всего, из меча куча всего, что я не могу использовать. В основном. Ну, или то, что я могу использовать, но то, что мне нафиг не нужно. Эс от магии. Не знаю, не знаю. Из клейморы. Такая фигня. Вот это вот, по идее, кто-то просил показать и посмотреть. Оно вроде довольно веселое. Оно ножницы. Да. Скейлинг от силы Б. На это мне не хватает статов. Ну, идол у меня лишний есть. Так что ладно, сделаю одну штуку. У меня нет лишнего грейтсворда, но, наверное, я могу где-нибудь достать Калимору или что, еще что-нибудь подобное. Или я могу из этого потом что-нибудь сделать, не уверен. Могу ли я из этого что-нибудь сделать? Могу ли я его вообще использовать? А, где оно вообще? Видимо, из него нельзя ничего сделать. Или почему его нет в этой мешке? Да, я могу его двумя руками держать. А, по слабым атакам это меч. Да, сильные атаки это ножницы. Ну, немножко, наверное, побегаю с ним. Посмотрю, как оно. Хотя по урону оно, по-моему, хуже получается, да. Нет, немножко лучше получается, чем мой меч, чем мой этот серп. Так, и куда мне надо было? Вниз, по-моему. Да, так я могу куда-то попасть. Причем, по-моему, именно по этой стороне. О, стоп, у меня бутылок нет. Потому что я забыл отдохнуть. Окей, теперь у меня бутылки есть. Левопнулся в прошлый раз уже. Окей. И еще раз вверх. Применю заклинание, потому что здесь кто-то вроде бы был из этих, да. Вот из этих. Предмет, почему его нельзя в воздухе подобрать? Ну, окей. Опс. Опс. Да, блин. Я разучился его парировать. Я пару дней не играл. Чтобы слегка догнать свои видео. Точнее, догнать... В общем, догнать себя своими видео. Как-то так. Но в итоге разучился парировать. Окей, пофиг на деньги. Черт. Да, блин, я был в стане от блока. Опасный этот рыцарь. Особенно, когда у меня такое слегка непривычное оружие. Я могу, наверное, через верх пройти. Но там, наверное, свои проблемы. Как насчет запрыгивать? Рыцарь.
Окей, правильно, иди нафиг отсюда. Это вариант. Нет, Лив, зачем ты уехал? В общем, это довольно больно дамажит атака все-таки. Неплохо. И, по-моему, оно от мечей правильно скейлится. Ножницы. Не могу свою скилл 3 посмотреть. Видимо, нет. Ладно. Посмотрю скилл 3, когда буду отдыхать где-нибудь. Левелапиться. Ну и здесь босс тем временем. Какой-то, по идее. Ну, соли у меня почти нет. Окей. Нет, так не работает. В принципе, так работает, то есть быть далеко, ждать, пока он начнет кастовать молнию, потом подойти близко и затыкивать. Потому что вблизи молния не попадает. Иногда. О, вот эта молния попадает. Потому что это самонадеющаяся молния. Окей. Ау. Это очень быстрая молния. Это прыжок вообще. Отхилиться. Опс, это не то, что я пытался сделать. Ау. Нет. Почти. У него один удар. Мне нужно всего лишь дожить до этого удара. Ау. Да. Ну, с первого раза. Оружие хорошее. Ну и босс тоже не очень сложный. Ну или, по крайней мере, он так чизится. Что заставить его юзать электрическую атаку и потом просто подойти и стукнуть. Окей. Куда это меня приведет? Ты мне дашь клеймо. Так. Hardlight. Нет, не слышал. Угу. Ну да, клеймо он мне даст. Да, давай мне. Теперь я могу эти платформы создавать, которые вот эти платформы слева от меня. Надо ли мне с ними что-то делать, или просто их нужно касаться, и они сами появляются? Нет? Что? Что? Упс. Я не понял, как их делать осязаемыми. Где-то поблизости эта фигня была? По-моему, да. По-моему, наверху здесь что-то было. Нет. Хотя наверху здесь, возможно, был более удачный маршрут. Черт, оно не применилось, какого хрена? Я же начал кастовать, и оно докастовалось до конца, но почему оно не заюзалось? Ну, прощай, соль.
Из-за какого-то тупого лучника летающего, которого хрен убьешь еще. Упс. Лучник. Тоже до него не достает. И это до него не достает. Иди нафиг. Стамина много жрет, это атака. Ну, это оружие, ножницы. Да, блин. Окей. Тут что-то было? Что-то было. Как мне их сделать осязаемыми? Почему тут ничего не написано нигде? А, факел, понятно. Почему сразу нельзя было сказать об этом? Ладно, пофиг. Если факел, то мне нужно что-нибудь, что я могу использовать одной рукой. Наверное, даже не это, а катана. Ну окей. Теперь искать все места, где были такие платформы. Ну как минимум здесь вроде бы были, нет? Нет, здесь не было, надо же. Тогда где? Упс. Да умри уже. Сколько у тебя жизни? Тут вроде тоже нет нигде. Внизу под лифтом были? Ну, в смысле, не под лифтом, а вот здесь. Аптечка где-то. Вот эти я имел в виду. Кольцо. Что за кольцо? Увеличивает магию. Не нужно. Также хотелось бы, чтобы факел не убирался сам, когда я не хочу его убирать. Упс. Я не думал, что здесь так высоко. С этой стороны, возможно, что-то еще было интересное. Да. Окей. В принципе, я могу, наверное, отдохнуть здесь, потому что тут было мелкое светилище. Теперь уже пойти сюда. Еще один всадник. Какого хрена? Идите нафиг. Окей.
Я не уверен, что я хочу туда. Упс. Я также не уверен, что я хочу сюда. Да. Я определенно не уверен, что я хочу сюда. А если дальше продолжить подниматься? Да, кстати, я не особенно проверяю стены. Какой он огромный. Или он бесконечный? Нет. Окей. Ну, стены, наверное, не открываются здесь. Если бы они открывались, то под ними были бы бутылки. С записками. Окей. А? Ладно. Да чего же они тут встают такими толпами? И без них хорошо. Почему не могу на ходу менять эквип? Ну окей. Что я там подобрал? Что-то интересное или нет? Ну, не кольцо. Не обратил внимания, что я подобрал. И тут еще какой-то спуск. Опс, нет. Факел. Сначала факел. Точнее, сначала вниз спуститься и посмотреть, что там. Окей, падать было бы безопасно. Это хорошо. Какая-то цепь. Все? Вроде все. Ну, цепь это кнут, очевидно. Я могу его использовать, он первого класса. Но ничего особенного вроде бы. Святилище. Во-первых, левый лапнуть разок. Во-вторых, призову-ка я сюда гайда. Лидера. И больше некого особо. В принципе, я ни одного этого никуда не призвал еще вроде бы. А Селсворда и клерика. Пусть тут будут, чтобы хоть где-то они были. Так, ты. Да, я могу тебе кучу этого, этой фигни отдать. Дай мне еще одну красную бутылку, пожалуй. Ты. Клерик.
Ну, понятно. А ты? ПВП. Да. Этот чувак для онлайна, и онлайн здесь локальный в основном. Там, возможно, как-то каким-то наркоманством можно сделать его совсем онлайновым. Упс, нет. Нехорошо. Пойду-ка я отсюда пока что. Оно крашнулось. Окей. Как я говорил до того, как оно крашнулось, пойду-ка я отсюда пока что. Он чуть меня откатил, так что здесь не среспавнились, точнее, не заспавнились эти двое, которых я призвал. Но они мне не нужны, клерик и селсорд. Так что пойду-ка я просто отсюда пока что. Пляж. И что здесь? Он меня приведет в самое начало игры? Нет, он меня привезет в форт. С другой стороны. Что, в принципе, неплохо. Так я могу сюда попасть и... не проходить мимо всадника. С которым жуткие проблемы. Упс. Окей. Угу. И что тут происходит? О, святилище. Это святилище железных кого-то там. Кузнец мне расскажет. Че это святилище? Нет, кузнец просто кузнец. Почему он не продает двуручный меч? Ладно, неважно. Кольцо защитника. Упс. И туда я не допрыгиваю. Видимо, мне нужно что-то другое. Кольцо защитника, наверное, дает более хороший блок щитом. Почему оно не в конце? Потому что оно в самом начале. Нет, просто повышает дефенс от ударов. Ну окей, это нормально. Сюда я тоже не могу забраться. Так что остается идти направо. То есть вот сюда. А тут всего лишь сундук. Так что тут тоже ничего полезного. А, оно еще не появилось. Нафиг. То есть мне, в принципе, на этой локации делать нечего пока что. Что, в принципе, нормально. Мне есть куда пойти. Я видел кучу красных стен этих, во-первых, в разных местах. Во-вторых, тут еще целая локация.
Тут еще целых 3 локации. Да, окей, надо нажать X. Окей. Даже, нет, больше, чем 3. Я могу спуститься сюда куда-то. Это святилище. Ну, окей. Сюда я, в принципе, тоже хочу гайда. Черт, это мой последний. Ладно, хрен с ним. И я, пожалуй, портанусь отсюда. А куда-нибудь, где алхимик есть? Там алхимик есть? По-моему, там алхимик есть. Или нет? Как алхимик выглядит? Вот так алхимик выглядит. Я могу вот это вот, это святилище конвертировать в свою веру, но я не буду. Вместо этого лучше я все-таки в замок портанусь. Потому что в замке точно алхимик есть. Трансмутировать. Куча всякой хрени. Я хочу посмотреть, что делается из клюва той твари, которую я убил в начале этого видео. Ну, босса. И что еще я, может быть, могу сделать? Интересного. Это все не очень интересно. Это я все еще хочу сделать, но, блин. У меня нет Diamond Cluster. Тут все то же самое. Тут все то же самое. Тут все тоже то же самое. Что это вообще? Огромная ложка, окей. Посох надо бы какой-нибудь сделать. Наверное, вот этот. Хотя он 3-го класса, я не уверен, что я могу его использовать. А, кинжал делается из клюва. Который требует молитву. Окей. Ну, кинжал я уже видел. Это топор. Из моей катаны ничего лучше пока что не сделать. Ну, разве что лонгсорд, он лучше, но потому что у него базовый урон сильно выше. Увы. А из пистолета тоже пока что ничего нового интересного не получится. Окей. Стоп, а он броню тоже транспортирует? Маска у меня есть. Такая маска прикольная. Но у меня на нее не хватает статов. Ну, видимо, да, он только шлемы транспортирует и щиты. Но щиты не нужны. Где взять Diamond Cluster? Не ясно. И что мне взять? Посохи 3-го класса, наверное. Стоп, только 2-го еще. И потом бутылку. И потом стамину и 3-го, да. У меня, возможно, кстати, есть посох 2-го класса, который лучше, чем мой. Нет. А хотя нет, есть, но он не лучше, чем мой. Хотя это потому, что он не проапгрейженный. Допустим. Проапгрейди меня... А хотя у меня... Ну, немножко соли у меня есть, так что проапгрейди... О, он теперь продает Климору. Да, дай мне одну.
И проапгрейди мне вот этот посох теперь. Сорок и семь. А у того сколько? 46. То есть он уже лучше. Он плюс 2 лучше, чем это 4. Ну, одну пайму я потрачу. Так, и теперь... Покажи, что ты с клейморами можешь сделать. Ну, это уже было... Это все, в принципе, уже было, по-моему, да. Ладно. Тогда забей пока что. Куда я хочу попасть? Были ли в замке какие-нибудь места, в которые я не мог попасть? Наверное, стоит его обыскать. Окей, вверх, вверх. Маг, умри. По-моему, не было особых мест, куда я не мог бы попасть. Но, возможно, я ошибаюсь. Красных стен точно не было. Возможно, были платформы вот эти вот. Или, может быть, нет. Тут чекпоинт, который не нужен. Тут ничего. В пещерах дофига всего было, так что в пещеры, наверное, стоит вернуться. Там ничего интересного не было. Нет, по сути. Окей. Тут тоже ничего. Ну, платформу я вижу, но как к ней попасть, я не... А, стоп. Почему я этого раньше не сделал? Ассасинский хлам. Упс, перелет. Бывает. Тут ничего интересного. Упс, я не допрыгиваю. Да, я вспомнил. Вау, я не убиваю с одного черепа? Какого хрена? Окей, да, здесь больше ничего интересного нет. На правой стороне? А где нафиг? На правой стороне вроде бы тоже ничего интересного нет. Внизу есть пара интересных вещей, но я там в основном уже был везде. Да, блин, это не то, что я пытался сделать, вот это то, что я пытался сделать. То есть, понятно, здесь торговец, который продает поэмы. Кроме него тут ничего не было. Надо мной какая-то платформа.
Ну, продай мне штук 7. Денег все равно полно. Зато будет чем апгрейдить оружие. Тут рыцарь. Упс. Так, по 3 раза не стоит его бить. Тут уже проход куда-то был, правильно? Красный зал? Да. В котором, кстати, тоже, по-моему, было много мест со всякими стенами и прочей фигней. И кто-то мне написал про одну секретку, которую я здесь не нашел. Ну, под конец уже. Так что, может быть, имеет смысл по этой локации быстренько пробежаться. Это святилище, да. Так. Здесь, по-моему, что-то было. Нет? Нет. Только перевернутый шут. Тут тоже ничего. Ножницы, кстати, стоит проапгрейдить. Потому что если они не апгрейжены лучше, чем мой серп, то что же они будут творить, если их проапгрейдить полностью? Так, мне нужно твое ухо, чувак. Или что там, да, ухо. Именно ухо. Секретная дверь справа. Она реально секретная? Нет, вроде. Помню, тут просто обычная дверь справа была, которая у меня открыта. Окей. Тут был переход в пещеру. Нет, не в пещеру. Сюда, понятно. В пещеру переход был ниже. Наверное. Нет, урон. Что же я буду делать? Тут наверху нельзя было никуда еще допрыгнуть с помощью... С помощью клейма? Нет. Только до летучих мышей, которые будут меня дамажить. А, он выжил. Это ужасно. Вот он нет. И это не ужасно. А здесь, возможно, что-нибудь. Тут я был. И вниз я не думаю, что стоит спрыгивать. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Может быть, вниз стоит спрыгивать. Нет, лифт, иди нафиг. Хотя на лифте, возможно, тоже что-то где-то есть.
Опс. Так, я сначала поднимусь наверх. Хотя там вроде ничего нет. Но я все равно поднимусь наверх. Посмотреть. Тут просто шорткат, правильно? Да. Ну, это все равно дольше, чем падать. Но это безопаснее, чем падать. Окей. В комнату с телепортящимися чуваками я не хочу пока что заходить. Там ничего не было вроде бы. Там были только телепортящиеся чуваки, которые меня достают, когда их больше одного. Ну, когда их больше нуля, но... Когда их больше одного, они особенно меня достают. Хотя не стоит так активно падать и тратить жизнь. Тут, по-моему, была какая-то красная стена. Или дверь, которая открывается с другой стороны. Одно из двух. Дверь. Я там еще не был. Интересно. Опс. Перекатиться не успел. Тут ничего. И тут ничего. Это нормально. Чуть ниже секретка где-то. В следующем месте, где такое колесо будет. По-моему. Ну, по крайней мере, так написали. В комментариях. Возможно, врут. Ау. Тут нету, но тут я и не ожидал. Тут, в принципе, тоже, хотя, кстати, с глаза хотелось бы дроп получить. Чувак, подходи ближе. Глаза, а не с лорда. Черт. Вот здесь, по идее, если я спрыгну. Сюда? Да. Это очень очевидная секретка. Каменный алхимик. И... Вау. Тайная группа. Золото. Какие-то местные торговцы, которые поклоняются золоту. Золоту или типа того. Окей. Вино. Еще разок могу ли вылопнуться? И что-то взять. Стамину. Стамина — это всегда хорошо. Тут еще куда-то выход.
А вот этот я, по-моему, уже видел. Да. Или нет? Нет? Может быть и нет. Ну, тут босс. Ядовитые атаки помогают. По-моему, ядовитые атаки на всех боссах помогают, потому что боссы вроде как не имеют особенно много ядовитого резиста. Окей. Ау, далеко. Далеко. И я не могу ничего с этим святилищем сделать, потому что оно не моей веры. Я бы, может, хотел проапгрейдить оружие, там, кузнеца призвать или еще что-то подобное. Но, увы. Что-то очень неудобно забираться. Окей, чардж. Трехударная комбо. Еще чардж. Да хватит чарджиться от меня. Он загорелся, он кастует магию. Это баф. Арториас, я тебя как-то не узнал сразу. Определенно, Арториас. Упс. Окей, я вернул себе соль. Оу. Как это вино по хилу? О, оно меня отравляет или что оно делает со мной? Нет, сбить баф с него так просто не получается. Ну, босс пока что выглядит довольно легким, но я уверен, у него есть вторая фаза, в которой он меня убьет. Хотя, возможно, и в первой он меня убьет. Окей. Уворачиваться от него легко, по крайней мере. Когда он не прыгает вот так. А когда он бафается, его легко избивать. А бафается он часто. Окей. Просто, видимо, когда он бафается, его лучше не трогать. После прыжка он теряет баф. Сойдет. Упс. Попал. И нет, после прыжка он не теряет баф. Просто так постоянно получалось, что он после прыжка терял баф. Так, насколько много у меня соли в инвентаре, в консервах? Ну, хватает. Да, определенно хватает. Тогда я сделаю вот что. Я свалю отсюда.
замок, допустим. Мне все равно, куда на самом деле. Мне там просто нужен гайд и кузнец. Я поем этой соли. И я проапгрейжу ножницы. Семьдесят шесть. До четырех тоже. Восемьдесят. Неплохо так. И, кстати, оно в мечи считается или во что? Неясно. И не думаю, что оно считается в алебарды. Тут просто грейтсорды и обычные мечи упоминаются только. А в хантерский хлам, возможно, хотя, блин, оно третьего класса, так что у меня должно быть второго класса что-то, правильно? А где хантерская фигня? Кнуты. Какое оружие отвечает за эту фигню? То есть визуально это меч в обычной форме, по крайней мере, так что я бы предположил, что мне нужно брать мечи третьего класса, чтобы в одной руке его таскать. Какого он вообще класса? Да, оно второго класса, так что, видимо, да. Ну, я знаю, что я... Ну, хотя, надо ли оно мне? Мне его не надо в одной руке таскать, так что не надо его апгрейдить. Да. И я могу сделать вот что. Я могу взять ядовитое оружие, раз там говорят, что яд эффективен. Я могу убрать нафиг антидот. И питчфайр. И это. Так, а что за чарм я, кстати, нашел? Потому что я нашел какой-то чарм. Я даже, возможно, не один нашел. Это добавляет яд. Это увеличивает урон, когда у меня мало жизни. И это добавляет огонь. Может быть, даже лучше. Отсюда я никуда не могу запрыгнуть, нет. О, да, мне все еще нужен факел. И да, одной рукой я не могу этим пользоваться. Ну ладно. О, я забыл забавиться, но я могу это прямо в бою сделать, наверное. О, он... Ладно, забафаемся оба. Так тоже можно. Окей. Ау. Черт, я не думал, что это будет прыжок. Ну, на него применился яд. Уже хорошо. У меня пропал яд с оружия. Могу еще раз забавиться? Ау. Мне не стоит тратить всю стамину? Ау, определенно не стоит. Ну ладно. Я могу его убить. Особенно под бафами, под ядом, под всяким. Имеет, наверное, смысл, раз уж яд против него так эффективен, имеет смысл вот так вот сделать, чтобы яд просто... Просто навешивал атаками. А самому взять Arcane Weapon. Окей.
Да-да, я понял. Ронин кран. Упс, я нажал перекат, какого хрена? Сейчас я не успел нажать перекат, окей. Яд хорошо его дамажит. А если я и спелым яд накастую, оно будет вообще очень много яда навешивать или как? Потому что этот яд определенно дамажит его больнее, чем тот яд, который был со спела. Да, я понял, как его зовут. А, я на себя тоже яд навешиваю этим чармом, так что ли? Это немного ухудшает ситуацию. Хотя на мне яд довольно слабый. Окей, стамина полная. Но довольно слабо, это не значит, что я могу вообще на все плевать, мне все равно нужно отхиливаться. Оу. Определенно нужно. Да, блин. Нет, стамина. Почему? Нет, чарм яда на оружие — это не очень хороший вариант. Я себя отравляю. Так что лучше все-таки. Ну или можно взять более слабый чарм яда, который слабее отравляет противника, но при этом не отравляет меня. Там был такой. Но лучше уж я возьму, не знаю, электричество опять. Или даже просто... уменьшение стамины на удары? Да, просто уменьшение стамины на удары. Это полезный эффект. И эта бутылка мне не нужна. В принципе, заклинание огня мне тоже не нужно. Окей. Я не думал, что я его достану и сброшу ему баф. Это плохо. Это тоже нехорошо. Все-таки нужно в его сторону перекатываться всегда. Ну, не всегда. Но когда он это делает, по крайней мере. Окей. А, правильно, бафайся. Оу, черт, не думал, что он до меня достанет. Готов. Ну окей.
Прикольный босс. Сложный, но... Но не идиотский, скажем так. Ну, хотя почти все хорошие. Ну, как почти все. Тут есть пара боссов, которые мне уже совершенно не нравятся, но... Хрен с ним. Мне надо больше поиграть, чтобы уж совсем определиться, какие боссы мне нравятся, какие нет. Большая часть вроде неплохие. Куда это меня приведет? Я просто хочу посмотреть. И после этого я закончу видео. Twisted Heart и храм какой-то. Каменный гайд. Сойдет. Так проще. Я пытался его отпарировать. Приказы лорда. Это что-то невраждебное, окей. Что я подобрал только что? Я из-за врагов не обращаю внимания на то, что я подбираю. Ну, из-за не врагов, из-за фигни, которая похожа на врагов. Не чарм? Нет. Не заклинание. Не такое заклинание. Значит, что-нибудь бесполезно. Там паук. И не один. Это не те пауки, которые были... Ау. Которые были на другой локации, но... Смысл тот же. Просто называются по-другому и... Возможно, они дамаговые. Не уверен, кто из них дамаговые. Копье первого класса с скейлингом от Декса. Интересно. Это шар. Окей, это шар, который, с которым ничего сделать нельзя. Окей, этот чувак кидается своими руками. Понятно, что за шар. И куда он? А, вот он. Приказы короля. Не лорда, а короля. Интересно. Окей, нет, сюда я пока что не пойду. Три поэмы. И это пещера? То есть визуально это пещера, в которой были крабы. Та пещера. Может быть, на самом деле это и не она, конечно. Умри уже. И ты тоже. Нет, это зал клеток. Это та самая дверь. Это та самая дверь. Окей, теперь я знаю, где и как сюда попасть. Кольцо увеличивает дефенс к святому дамагу. Ну и хрен с ним. В общем, я тогда сделаю вот что. Совсем уж перед тем, как закончить, я использую рог. Портанусь обратно в замок. И посмотрю, что я могу натрансмутировать нового. Нет. Ну, нет, конечно, я у тебя куплю... Еще штук 10 таких. Я хотел подойти к тебе. Конкретно мне интересно, что я могу из Ронина из этого натрансмутировать. Вау, я могу сделать вот эту фиговину. А скейлинг от Дексы. У меня было 39. С этим у меня 38,5. С плюс 3, правда. И судя по всему, оно стреляет. Не знаю, посмотрим. Можно было бы и сделать, наверное.
Окей, так. Из жезла ничего хорошего не делается, из посоха точнее. Из копья. Нагината. Причем я могу ее сделать, причем у нее скейлинг Б. А если... Нет, из этого она не делается. Мои фиговины 23 базовые, атака и скейлинг Д. У Нагинаты без апгрейдов 16 базовой атаки, скейлинг Б, и она весит 10. Нет проапгрейджена, у меня есть плюс 2 полякс. 17,6. Ладно, это вариант хороший. Из этого ничего интересного не делается. Из этого ничего интересного не делается. Из скимитара я все видел. Из гильотины делается хреновина, которая была уронена. Е-скейлинг от Декс и Б-скейлинг от силы, это топор. Ну и, видимо, это все, что из него делается. Ну ладно. В общем, я думаю, я сделаю Нагинату сразу же. Идола я где-нибудь еще найду, я уверен. Инквизиторовская фиговина, конечно, выглядит сильно круче, но Diamond Cluster это, я думаю, не скоро. И пока что я проапгрейжу... Нет, проапгрейжу эту Нагинату немножко. На плюс 4, то мне должно хватить всего. По-моему, она все равно чуть хуже получается, чем мой этот затмение 47,7. 50,7, да, но она легче заметно. И может быть быстрее. Приказов лорда у меня много. Так что можно было бы еще что-нибудь куда-нибудь проапгрейдить, но потом. Я еще не уверен, что я хочу. Так, ему все от Нагинаты и ее... Упс. Да, она копье. Копье тоже хорошо. Тебе я ничего не могу отдать пока что. Ладно, в общем, в следующий раз я пойду куда-нибудь еще и убью кого-нибудь еще. Я еще не уверен, куда и зачем. Потестирую Нагинату, потестирую там еще что-нибудь. Ножницы прикольные пока что. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.